Всем привет! С вами любительская пасека. Сегодня середина августа. Пасмурная погода. Что за базар вот здесь вот на прилетной доске непонятный? Какая-то горстка пчел, значит, просто отдыхает на доске, а другая часть пчел летает в поисках взятка. Причем это сделано, такая заморочка, значит, только в одной семье. Все семьи предварительно накормили сиропом. Где-то по 7 килограмм дали на каждую семью. Это, значит, в качестве первой порции для того, чтобы возбудить, значит, яйцекладку матки. Вот такая вот ерунда только в одной семье. Непонятно, первый раз такое вижу. С вчерашнего вечера сидят вот так пчелы. Почему-то не все, а вот именно какая-то горстка. Если взять другие семьи, там нормально все. Здесь таких вещей не наблюдается. Вот именно вот в этой семье у нас, значит, вот такой парадокс. Сейчас их меньше стало, а вообще-то было очень много с утра. Вот уже прошло 2 часа, идет дождь, и все равно они сидят тут под дождем. Так с виду видно, что это старые пчелы. Может быть, они помирать собрались, но еще шевелятся. Почему они не лезут в улей, непонятно. На ночь молодые пчелы закрывают их своими телами. Если кто знает, пишите. Просто интересно, что это за фокусы такие пчел. Спасибо за внимание.